Так, ну что, давайте попробуем гоночку проверим. Так, здесь у нас на время, да? Угу. Такс. Ладно, попробуем на время. Здесь нам нужно проехать быстрее всех. Давай. Ох ты, ё-моё, нет, врезался я в каменюку какую-то. Ё-моё. Так, сейчас проедем нормально. Так, бензин быстрее берем. Главное, не допустить, чтобы движок взорвался. Во, есть. Так, новый рекорд, хорошо. Так, прыжок в длину. Прыжок в длину. Так, давайте вот этот, нет, багги возьмем, прыжок в длину. Опа, здесь нам нужно ускориться, то есть. Не знаю, хорошо ускорились или нет. Ой-ой-ой, мало проехали, алло. Ладно. Так, езда на заднем колесе. Ах, надо было этого другого брать. Ну ладно. Поехали. Здесь багги нужен был. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, надо будет переиграть, слушай, алло. Так, гонка на время. Завершите трек как можно быстрее. Давайте вот этот возьмем. Давай. На время. Так, один перевернулся, чувак. Чувачок. Давай, мой ускоритель вонючий. Ты что ж ты такой медленный-то, а? Ай, нет, еще головой стукнулся. Да как так-то? Так, гонка на время. На автобусе поедем. На автобус у меня. Слабенький, конечно. Ой, ёбки-папки. Фига, он ломает все. Все, что ему мешает. Так, здесь нужно головой не стукнуться. Все, едем. Так, сломаем вот эту штуку или нет? Да, сломали. Так быстро. Фига себе, у меня автобус какой. Оказывается, мощный. Все ломает на свете. Ну, как бы... Вот хорошо. Видишь, как он все отламывает. Так, тихо. Главное не упасть. Офигеть. Он вот эти штуки ломает. Как нифиг делать. Так, давай. Еще немножечко, давай. Мне главное проехать до финиша. Ой, хорошо. Блин, да черт. Так, поднялись, да, мы немножко? Вау, немножко поднялись. Это хорошо. Так, давайте возьмем самоцветы. И поиграем в кубки. Испытание на скоростных спусках. 3 этапа. Ладно, поехали. Так, выбрали мы эту тачку свою. Вот она. Так, тихо. По низу поехали. Вот здесь самое лучшее. Внизу ехать. Во! Я выбился в лидеры. Я еду первый. Ух ты, ё-моё, а что ж вы так стоите здесь? Брёвна-то эти. Они не крепко привязаны там. Угу, ладно. Так, продолжаем свой путь. Ой, нет, блин, чмакнулся. Чмакнулся прям я хорошо. Головой. Ничего страшного. Ничего страшного абсолютно. Сейчас попробуем проехать это испытание. Так, ну все, смотри, первое место я взял. Да, первое место. А горный кубок. Пошлите в горный кубок. Возьмем другую же тачку. Вот такое раллиное авто у нас есть. Поехали на раллике. Так, у меня-то быстрая раллика, ребятушки. А ну-ка, посторонитесь. Да что ты будешь делать, вот эти вот холмы? Баги, смотри, какой резкий, а. Нет, мы сейчас приедем первым, ничего не знаю. По крайней мере, третьим я приехал. Ну, не последним. Дальше.
Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Вот этот чувак, смотри. На супердизеле. Какой же он быстрый, а? Я не понимаю. Почему он такой быстрый-то, а? Так, ну, смотри, я уже последний еду. Хотя бы багги обогнать надо будет. Нет, это короткая какая-то трасса была. Еще раз. Так, идеальный старт. Вот если я сейчас первый приеду, будет вообще замечательно. Замечательно. Давай, давай, давай. Опа, ребятушки. Блин, куда я сюда заехал-то, а? Так, они меня все обогнали по низу. Вот по низу надо сюда ехать, а не по верху. Так, 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 так. Опа, какой третий? Да ё-моё, вообще чуть-чуть не хватило. Как можно дальше проехать? Ну давай попробуем. Сейчас мы далеко проедем. Я уж-то постараюсь проехать максимальное количество расстояния. Сейчас. Тачка у меня прокачана. Смотри, как едем быстро, а. Сколько у меня? 5 километров было, да, в прошлый раз? Рекорд. Сейчас мы попробуем рекордик свой побить. Так, берем сундучки. Первый сундучок есть. Несемся, несемся дальше. Так, у нас сейчас денег 11 тысяч, да, грубо говоря. Посмотрим, сколько мы заработаем. Двойные монеты почему-то не включились, к сожалению. Ну, ладно. Так, разбили мы капот, сняли. Двигатель у нас загорелся. Да. Так, второй сундук. Спасибо. Ну, какой же ты быстрый, а. Вот это когда я его полностью прокачаю движок, это я вообще не знаю, как я буду быстро-быстро-быстро ехать. Давай, магнитики собираем нормально. Так, вот это вот бревно далеко стоит. Скорость у нас очень-очень хорошая. Так, давайте соберем. Так, третий сундучок есть. Да, были бы тут двойные монетки, бы еще было бы лучше. Так, магнитик пропускай. О, этот самый. Бензинчик. Сейчас мы другой возьмем. Вот, другой бензинчик тут есть. Вот уже полторы... А, нет, 11500. 500 монет заработал. Мало, конечно. Но будем надеяться, что мы рекорд-то побьем сегодня на машинке. Очень быстро. Так, короче, ладно, неделя закончится, я получу свой сундучок. 100 тысяч. И мы как раз прокачаем движок здесь. В нашем автомобиле. Надо было два раза еще прокачать до максимума. Короче, через две недели будет полностью прокачан двигатель здесь. Да, останется только прокачивать колеса, еще там такие прессоры. Что там еще прокачивается в машинке? А так у меня пока машинка огонь, огонь. Еще немножко мне не хватает. Но едет вообще шикарно, быстро очень. Очень быстро мы едем. Пятого уровня у нас уже сундук есть. Так, сейчас возьмем. Вот, шестого уровня. Очень быстро мы набираем сундуки. Проехали уже 3 километра, понял? 3 км. Это немало. 3 километра. Еще можем много наездить километров. О-хо-хо-хо-хо, монетки. Ай. Ладно. Так, седьмого уровня уже сундучок. Ну, до 10-го сделаем. Как минимум, 10-го уровня. Вообще мощная, мощная тачка. Прокачанная, не знаю. Так, проехали спокойно здесь. Также поднимаемся наверх. Легко. Опа, нифига себе. Мы все пролетели, вот эту всю зону.
этими бревнышками. Вот, 13 тысяч монет уже. Мне нужно побить рекорд, чтобы там давали потом уже денежку за прохождение трассы. Ну, там можно хорошо поднять денег. Ах, не все монетки я даже собираю. Очень быстро еду. Так, здесь мы проехали. Такс. Остается 1,5 километра до рекорда. Вау-вау-вау, просто пролетаем все это расстояние. Так, хорошо, что бензин взяли. Вот это хорошо. А то я не несусь, как это самое, как угорел на этой тачке. Еще, смотри, 10-й уровень сундука взяли. Так, 900 метров у нас остается. До рекорда. Вот, пошли, бонусы за расстояние. Только 300 дали, что так мало? 300 это очень мало, ребятушки. Мне нужно больше. Угу. Так, вот этот вот нехороший сундучок. А, бензин профукали, блин. Слушай, ладно. Давай до следующего бензина доедем. Я надеюсь, мы доедем. О, уже пищать начал. Ой, как плохо. Ой, как плохо, ой, как плохо, ой, как плохо. Блин, этот сундук, ну не... Вот этот бревно мне помешало. Ой, ну ладно, посмотрим, сколько денег нам дали. 5400, тоже хорошо.